Хочу передать слово, видимо, мудрейшему из руководителей регионов Казахстана, а может быть и России, акиму Северо-Казахстанской области, фамилия Аксакалов Кумар Иргибаевич. Пожалуйста, Кумар Иргибаевич. Спасибо большое. Уважаемый Нурсултан Абишевич, уважаемый Владимир Владимирович, Северо-Казахстанская область активно развивает взаимодействие с российскими регионами, в том числе в сфере развития человеческого капитала. Так, объем внешнеторгового оборота области с Российской Федерацией за 8 месяцев этого года